Ранкин Техноблог Продакшн представляет. Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня нашему вниманию выпал обзор на NVMe накопитель, или так называемый NVMe SSD Solid State Drive Digma Meta M6, емкостью в 1 терабайт, работающий по протоколу NVMe PCIe Gen 4x4, форм-фактор имеющий M2-2280, тип памяти 3D NAND и имеющий 5 лет гарантии. Хотелось бы сделать несколько оговорок по поводу скорости, потому что многие люди, возможно, взяли его не только из-за объема в 1 терабайт, но и из-за указаний соответствующей скорости, которую можно у нас с вами увидеть в технических характеристиках данного устройства. Технические характеристики у нас с вами следующие. Объем в 1 терабайт, форм-фактор M2-2280, интерфейс PCIe Gen 4x4 NVMe. Вот по этому поводу я хотел кое-что сказать. Если вы приобрели данный NVMe-шник для материнских плат с интерфейсом PCIe 3.0, то в таком случае вы не сможете достичь скорости 6-7 ГБ в секунду. У вас будет скорость ограничиваться 2-3,5 ГБ в секунду обмена данными, и эта проблема является в ограничении непосредственно самого интерфейса PCIe 3.0. Поэтому в данном случае все-таки рекомендательный характер носит приобретать его для материнских плат с PCIe 4.0, а не с 3.0. То есть, если вы покупаете для 3.0, то просто напрасно тратите деньги на эту скорость в тот момент, когда на 1 терабайт можно было с более меньшей скоростью потратить денежных средств намного меньше. Контроллер MAP1602 или так называемый, как он еще здесь у нас написан, Axio MAP1602. По этому поводу чуть позже, наверное, вам проговорю. Тип памяти TLC 3D NAND, максимальная скорость чтения 7400 МБ в секунду. Здесь есть оговорочка, что производительность зависит от конфигурации системы и применяемого программного обеспечения. Люди покупали его для PS5, в принципе, скриншоты показывали, 6,5 ГБ в секунду он обмена данными выдавал. То есть это не обман, чтобы вы понимали. Значит, максимальная скорость записи 6600 мегабайтов в секунду. Размеры 80x22x2.25 мм. Вес 8 грамм. Оперативный накопитель SSD, гарантийный талон, то, что входит в комплектации. Ну и, соответственно, назначение SSD, оперативный накопитель данных, изготовитель, ну и всю необходимую информацию, которая у нас с вами есть. Это возможность зайти даже на официальный сайт digma.ru и, соответственно, там посмотреть все более подробные характеристики. Однако там они несколько шире. Давайте я вам их продемонстрирую. Итак, решил не переходить на запись с компьютером, мы это сделаем несколько позже. Вот у нас с вами информация, которая предоставляется, собственно, официально самими производителями Digma о том, что он из себя представляет. По поводу количества ресурса так называемого TBV, то есть это, как я понимаю, терабайт, наверное, в RAID сокращенно, до 1000 терабайт. То есть это возможности, то, как заявляют нам сами производители, до 1000 раз полной перезаписи нашего с вами. Таких принципов не достигну, потому что все-таки ставлю его только под систему и основные программы. Для игр у меня используются отдельные NVMe диски, чего, наверное, многим советую. Хотя использовать 1000 терабайт, кто-то скажет, только под одну винду, это странно. Да, просто у меня там перегруз произошел уже на 500 гигабайтах, мне этого мало, и поэтому был вынужден несколько сделать замену. SSD PCIe 4.0 4x4, форм-фактор 2280, об этом мы говорили. Скорость чтения 7300 и запись 6600. Что также у нас с вами здесь еще дополнительно указано? Так это следующая информация. Форм-фактор M2 и момент у нас с вами связанный с временем наработки в часах на отказ. Если мы с вами все это дело просчитаем, то получается примерно 1,5 миллиона часов. Это очень огромный срок, включая срок гарантии 60 месяцев. И в том числе на коробке он у нас с вами сколько был указан? Срок гарантии 5 лет, в соответствии с гарантийными условиями, и срок службы 6 лет. Это вот я напоминаю, да, то, что у нас с вами здесь информация была вот такая вот указана. То есть вот она. Еще раз. Об этом сейчас решил напомнить. Итак, изготовитель Китай, собственно, MaxioTech. Максимальная скорость случайной записи блоки 4 килобайта IOPS 66 тысяч. Ну и в целом, что теперь можно делать? Наверное, это его распаковать. Давайте это сделаем. Ну и, собственно, вот что у нас с вами по комплектации. Кстати говоря, про болтики там ничего не было указано, однако вот они у нас с вами здесь идут. Я вижу, что у нас здесь их две штучки. Гарантийный талон. Ну, он, само собой, у нас с вами здесь не заполнен. К сожалению, полностью все пусто. Ну и, собственно, сам этот M2 накопитель. Вот такой вот. Здесь у нас с вами мы видим MAP1602A. То, что и заявлено было на коробке.
Ну что ж, теперь можно приступить к установке, ну и после этого продолжить уже с компьютера, выполнив инициализацию и проверки скорости нашего с вами NVMe накопителя, включая температуру, что может интересовать, скорее всего, многих из вас. Для полноты эффекта решил зайти в BIOS. Вот у нас с вами M2 слот Info. Вот первый M2A DGS M400 1T M63T. Сокращенно означает, скорее всего, Digma. Это DG. SM. Вот честно, не подскажу, наверное, по этому поводу. Meta. Вот у него там было название Meta M6. Meta, да. Meta M6. M6 это, наверное, вот M63T. Или, может быть, это под... Что там у нас был вот этот M63? Звать-то 1602, нет. Ну, в общем, DGSM, это он, проще говоря, чтобы вам было легче. Ну и, соответственно, все мои 4 других, 2 SSD-шника и 2 харда, включая еще дополнительно также 2 NVMe-шника, никуда не пропали. Потому что, ребятушки, вот такой вот ништяковский крутой иксовый чипсет у меня на материнке. Ну что ж, теперь давайте ближе к компьютеру. Итак, всем привет, друзья, ребятушки, еще раз. Значит, мы с вами продолжаем. Без вас я решил сделать инициализацию диска. Почему? Потому что для другого гайда делал видос, поэтому пришлось выполнить, к сожалению, инициализацию. Уже вот он у меня, диск 4, он определился успешно. Значит, следующий момент. Если вдруг он у вас не определится, возможно, у вас либо вариант, если его подключали через переходник, материнская плата вообще не может работать с новыми дисками, для нее это слишком трудно, либо вариант, у вас неисправный диск. В принципе... Других каких-то ситуаций, я думаю, что быть не может. Я его инициализировал в формат GPT, или так называемый GUID, полностью распределив по системе NTFS, исправен базовый раздел диска. Здесь, в принципе, ничего особенного, сверхъестественного, думаю, говорить смысла не имеет. То есть он у нас с вами выдает... Сколько там он выдает-то у нас? Он у нас с вами выдает 953 гигабайта. Просто чтобы вы учли, что да, вместо 1 терабайта вы получите 950. Ну, я просто округлил. Значит, следующий момент по поводу тестов. Я сделал тесты, ребятушки, к сожалению, повторно я для вас сейчас их делать уже не буду, так как я их уже выполнил для другого гайда. Но ваш выбор, конечно, будет сейчас мне верить в это или не верить. Вот таков оказался тест. Тест по скорости чтения и записи. Да, 7,5 примерно гигабайта в секунду. Я напоминаю еще раз, это только на PCIe 4.0. Если у вас будет 3.0, свыше 2,5-3,5 гигабайт, даже не пытайтесь... так сказать, надеяться. Только 2,5-3,5 гига вы получите. Значит, следующий момент у нас с вами. 7300, 6500, 71, 7 гигабайтов в секунду у нас с вами. Это также чтение последовательное, также запись последовательная 6608 мегабайт в секунду. Я так понимаю, это случайное считывание на 3715 мегабайт в секунду, следующее 72, ну и значение по записи 273 и 188. То есть вот это вот, собственно, он, G, да. Можете мне верить, можете не верить, как хотите. По температуре мне кто-то спросит. Конечно же, я все вам сейчас покажу и расскажу. Что хотел еще кое-что сказать по поводу температуры, важный момент. Есть люди, которые, скорее всего, из вас испугаются высокой температуры. Сразу вам говорю, что температуры высокой бояться не стоит. Выполнен тест. У меня этот тест, ребятушки, на буквально одну минуту, по-моему, времени ушло 345 гигов. Представляешь? Просто улетело в никуда 260 гигов и 345 гигабайтов просто как сдуло ветром. Ради теста, ребят. Это я ради вас делал, чтобы вы понимали. Значит, следующий момент. Да, не ради себя, потому что я верю производителю, что столько, сколько заявлено, столько оно на самом деле есть. Значит, по поводу температуры. Максимальная температура, которую удалось достичь, была 48 градусов. При условии того, что у меня на нем надет радиатор. Для всех тех, кто боится высоких температур, я спешу вас успокоить. Максимально допустимая температура или предел температур составляет для NVMe дисков от 0 до 70 градусов по Цельсию. То есть, если у вас 60 или 65 градусов по Цельсию, не надо переживать, бояться, кричать. Все, спасите, помогите, у меня там что-то не запускается, не работает, да, или там что-то сломается. Нет, не стоит переживать и волноваться. Все у вас будет в порядке, и поэтому не переживайте, еще раз не волнуйтесь. То есть допустимая даже температура, если будет 60 градусов, это тоже допустимо. Об этом официально заявляют производители
Kingston. И не только Kingston, но еще и дополнительно разные другие конторы, которые создают NVMe диски. Значит, теперь давайте зайдем с вами Crystal Disk Info. Быстренько по нему тоже пробежимся, и на этом мы с вами наш обзорчик закончим. А я потом побегу, мне надо будет на него винду еще переносить, клонировать полностью, делать клон диска другого. Значит, смотрите, по показателям прошивка, серийный номер, NVMe Express, PCIe 4.0x4 у нас с вами, вот он отображается, NVMe Express 1.4, Smart Trim Volatile Cache, Volatile, ну, все равно вообще. Всего хост чтения 337, всего хост записи 253, это я записывал лично своим тестом, это у него все было полностью по нулям. Число включений два раза, соответственно, это сначала первый раз добился, я включил вот на видеоролике для вас, потом перезагрузил комп, второй раз был запуск, это уже вот в систему я зашел. Общее время работы 0 часов, букву Tom G, собственно, хорошо, текст, состояние, температура 45 градусов. Все, не вижу смысла что-то вам еще рассказывать, показывать, дальше делайте с ним, что пожелаете. Так что на этом у меня все, ребятушки. Не переключайтесь, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро идите, не переключайтесь. Есть огромное количество гайдов, летсплеев. Всего крутого сможете найти меня на канале. С вами был Ширанка. До новых встреч еще раз. И пока-пока. Скоро увидимся. Спасибо за внимание. До новых встреч, ребята.